Всем привет, с вами Игорь, это канал Black Cosplay. Мы продолжаем играть в Shadow Fight 3. В прошлой серии мы прошли немного сезон, победили Бола. Если ты не видел серию, обязательно посмотри. Вот я тут вижу, снаряжение у меня немножко другое, потому что оно уже не вытягивает. Посражался я немного в битве фракций. Там надо было арены, как раз арены выполнился сундук. Короче, ничего там не было интересного. В рейдах я что-то там вроде кого-то в прошлой серии победил, да? Мы, кстати, сегодня в рейды зайдем, победим другого босса, который открылся. Сейчас откроем сундук, посмотрим, что здесь есть. Так, ничего интересного нету. Останавливаю видео на паузу, обязательно подписывайся, ставь лайк, комментируй, и мы продолжаем. Что-то у меня там задания выполняются. А их можно выполнить? А их нельзя ни один выполнить. Да, вот это вот мне посоветовали, а задание-то не выполнить. Пойдем сначала в рейд посмотрим. Все-таки посмотрим на вот этого вот подземный гнев. Что это? Это бой пока слишком сложный для тебя. Побеждай этого босса на его предыдущем уровне, чтобы увеличить свою силу бездне. Серьезно? В смысле сильнее меня? 80! Ладно. А этот... 12 тысяч, чего? Это что такое? А как это побеждать? Ну, типа 80. На первом уровне. Вот сюда надо выбрать. Здесь все на первом. А почему вот эта бабёха, которую я бил, карательница, она мне недоступна? То есть я ее вот бил. Я ее долбил. А в итоге теперь нет, она закрыта. Ладно. Давай перейдем на первый уровень. Собираем рейд. Так, 3. В рейдах я, конечно, слабоват, потому что мое снаряжение говно. Но, тем не менее, хоть что-то можно попробовать. Так, давай, готов. Я готов, бой. Значит, там 8-12 тысяч, там даются по чуть-чуть. За первые места получается по 10 штучек этой силы. Если 12 тысяч, я что, должен задротить сутками у нее? Бля, тут что, уже половина, или мне кажется? На! Квадратная голова ты, а? Не, ну здесь, типа, босс, типа, нет ничего такого, как было в Shadow Fight 2. Кстати, он не пробивается, пробивается только в таких местах. Вот такой вот фигне. Типа, он больше не пробивается. На! Спасибо, круто было. Я, пожалуй, пошел. На! На, говно! То есть мне, чтобы... На, тебя пришпорю. На. Ну, типа, не хватает времени на два раза ему вот эту фигню снять. Типа, защиту. Это, походу, защита, ее надо снимать. А я тут четвертое место. Ну, как всегда, говно, да? Да. Вот, смотри, за топ-1 10 штучек. А там 12 тысяч. Если разделить, посмотри, сколько это будет. 1200 раз надо занять топ-1, чтобы побить босса одного какого-то. Блять, бой. Не поставляем людей, бой. Победим квадратную голову в рейдах. Вот эту полоску вверху, видишь, у него под жизнями. Вот эту, походу, надо убирать полоску, и тогда, типа, он начнет заряжаться. Да ты достал, да мне ударить, ты! Квадратная головой, блядь. Да ёб твою мать, ты. На. Так, чем будет лучше бить? А если так? На. Не, наверное, оружием будет лучше. Опа. На. На, пришпорил.
На тебе еще. Так, ну сейчас больше, более так, я сказал бы. Мне кажется, урона больше нанес. Два раза я ему снял, получается, щит. Ну, для второе место. Я вышел в второе место, я красавчик. Смотри, 1500, 1000. Ага. Третье место. Едь. Я думал, я второе займу. Еще есть на третье. На четвертое скинули. Замечательно. Ты еще скинь меня на самое последнее, на пятое. Александр. Скиньте меня, пожалуйста, на пятое место. Чтоб я вообще лохом был. Бой. Я говорю, я думаю, это из-за снаряжения. Типа, мне не хватает урона. Типа, у многих снаряжения я видел сеты, там, ну, они... Там какие-то эффекты дают. Вот этот сет, когда ты воскрешаешься, или когда какие-то дополнительную фигню дает. Так, вот эта говнина, когда он кидает, он вообще почти не наносит ничего. На! Так, уже еще одну полоску жизни. Так, назад. На. На тебе. Короче, ни хера я не наношу ему. Ясно. Ну типа я до тайм-аута дохожу, я даже не умираю. Ты видишь, не умираю даже. А урона не прибавляется. Ну, 3300, то есть один сейчас удар. Я думаю, мы убьем его. 2600. А меня догоняет нижний, Александр. Я тебе говорю, он меня сейчас пихнет на пятое место. Я вообще лох, да? Я прям лох-лох? Да не может такого быть, чтоб я был таким лохом. Нет! Нет, я не такой. Я победил Shadow Fight 2, я прошел его полностью. Если ты не видел, обязательно посмотри. Есть плейлист на моем канале. На! На! Снимай щит, я не должен проиграть. Не, ну ты что творишь? Бля, он сейчас и один щит не собьет ему. Точно пятое место будет, я тебе серьезно говорю. Так, так, так. Да, мало сносит. И захват. Обязательно. Как больно, в живот. Ты посмотри, какой хрень он мне в живот сунул. Тайм-аут. Ты нахера меч бросаешь? В ножны его засовывай, а не бросай на землю. Какое? Конечно ж, пятое. Я первый. Первый с конца. Мне кажется, я сюда вообще больше не пойду. Позориться вот так. Не-не-не, не надо. Пойдем, я думаю, пройдем. Тут что, сюжет есть? Который надо дальше проходить. Кроме сюжета у нас есть вот... Какая-то хренюшка. Типа ежедневные задания надо выполнить сначала, потом сюжет пройдем. Раунд один. Леон, как я, он копирует меня. Это тварь какая. Да хватит, алло. Я тебя сейчас копьем в лицо влеплю. А что надо сделать? Так вообще не наносит ему ничего. А что надо? А все, начал наносить. Начал наконец-таки урон наносить. Опять не наносит. В смысле? А чего наносит-то?
типа урон наносит, не наносит, наносит, не наносит. Алло. Мы будем играть нормально, нет? Да хорош ты своей ногой пихать. Я тебя ногу твою сейчас в рот засуну. Пусть, блядь, рот больше, чем планета целая. Я не знаю, у него не вообще жизни не отнимаются. О, все отнимаются, смотри. А как? На мне по яйкам, да. Да подожди! Походу в лицо, в голову надо бить. Да ты достал меня, ты! На, в лицо! Да, в лицо надо было бить, у него башка. Только в бошку можно пробить. Еще один раунд будет? Да, будет. Сейчас еще один раунд, надо опять бошку бить. Да, головоломка, это в бошку надо бить ему. На, я первый. Ну типа я ж бью в голову, алло. Вот сейчас в голову ударил. И он мне в голову хорошо отбивает. Комбо. В голову. Надо главное в голову бить. На. На. Вот так вот. Просто зажал и уничтожил. Зажал и уничтожил. Победа. Кстати, ежедневные миссии, эти задания, они тоже стали сложные. Так, что тут? Ясно, как всегда, бомжики. Везде у бомжей все пособирали в округе. Или у мусорки покопались, вещи драные взяли. Ничего интересного. Так, пошли дальше. Что нам дальше надо, а? Сюжет? Может, сюжет попробуем? Давай, один сюжет, одну миссию. Один сюжет, одну миссию. А что такое... А, на меня ж напал этот дурачок, красавчик, который... Меня ж Джун бросила в прошлой серии, ушла какому-то голубоглазому блондину. Накачанному, такому здоровому, с большим мечом. Но хера, большие мечи, конечно, привлекают. Конечно, а у меня вот эта маленькая тоненькая палочка, а у него огромный такой меч. На! На, говно! В голову! Так, ну бьем. А, подожди, чего? О, в голову. А, кстати, вроде легко, он что-то прям так жестко, долго бьется. Почему ты впервые ударил, у меня меч быстрее? У тебя кувалда, у меня клинок. Мой должен быть быстрее, чем твоя головорезка, это головодробилка. Рука чешется. Видимо, сейчас получу. На! Опа, наверх. Вниз. И все. Кстати, я заменил, ты как видел, металлку на другую. И она прям такая, прям бодрая. Она прям приковывает и можно бить. Мне, по-моему, нравится эта фигня. Так, 8. Не то, не то. Ага. Ничего хорошего не дал. Вот он. Вот это-то. Вот к этому она ушла. Видишь, какой красавчик. Я не буду тратить своих бойцов. А вы, пришельцы, поможете мне завтра в священной битве Легиона. Я, кажется, понял, где мы. Когда-то давно Легион почти уничтожил вестников. Их лидера звали Маркус. Это был первый временный эксперимент Болла. Он запер Маркуса и его армию в цикле. В честном бою он бы его не победил. Естественно, ты видел, какой у него меч. Я поговорила с Марк... Вот уже пошла к нему, ах ты... Шаболда. Ты мне изменяешь. Она уже к нему сходила. Мы выступим с ним на рассвете. Они знают короткий путь. Глядь, что творит, глядь, что при живом-то муже.
Я еще жив! Давай почитаем, что тут. У меня вроде бы персонажи открылись. Так, Иту можно почитать. Иту и Джун говорили что-то о неких стрелах сферы и их агентах. И Иту, и Джун как раз такие агенты. Все больше загадок. Да. Загадок все больше. Это Иту. Агенты стрел. Так, давай Маркуса. Целых две заметки. Так. Остряки в теневом отряде пили за здоровье генерала Маркуса с издевательской усмешкой. Если бы предводитель... Кого? Каких пуристов? Может, туристов? Пуристов был жив, он бы сделал все, чтобы теневого отряда не существовало. Теперь выходит, что он жив и здравствует, чего не скажешь о теневом отряде. Каких пуристов? Что за пуристы? Кто такой вообще Маркус? Это генерал или это он главнокомандующий главнокомандующий легиона? Сейчас я один из всех легионеров знаю, на самом деле Маркус не погиб. Он вместе со всем своим войском оказался во временной петле, когда отправился в свой печально известный поход за сферой. Видимо, у Бола VI не было другого способа защитить купол от пуристов. Нет, пуристы, не турист, пуристы. Так, ладно. У него нету ничего. У нее тоже. У этой есть, у этого. Смотри, заметка. Иштар. Иштар показала мне магический дворец. У этого места богатая история, но они... Она скрыта под толщей океана крови. Так, дают кристаллы. Еще здесь есть вот заметки. Почему одна пропустилась? Я сразился с подземным гневом. Иштар говорит, что у него вместо мысли в голове один грохот. Печально, печально. Прикинь, каждый день, каждый вечер у тебя грохочет. Так, карательница Руалан повержена. Иштар не смогла сдержать улыбку. Она терпеть не может тиранов. Так, кто еще есть? Кто-то еще есть вообще, нет? Ну куда бы без Джун, да? Сейчас скажут, пошла к Маркусу в палатку. Джун сказала, что генерал Маркус красавчик. Обо мне она такого не говорила. Действительно, я такой красавчик. Ну ты посмотри на меня, вот. Красавчик из красавчиков. А она взяла на этого... На этого, как он называется? Блять. Как называется эта кукла? Нет, не Кельвин. Знаешь, есть Барби, а есть к ней вот этот вот, типа, мужик. Который, знаешь, еще фильм был про нее. Барби и его там Кельвин, Кальвин. Хер знает его, как его звали, но он, типа, без причиндалов. Вот этот тоже без причиндалов. А она все ждет, что он достанет свой... Ага. Пока мы пробирались сквозь лес, кищащий аномалиями, Иту рассказал нам, почему под куполом все такое странное. Скажи прямо, ебанутое. Усовершенствованное. Да, я же говорю, ебанутое. Почему мы так опередили вас? Представь человека с мозгом, разогнанным до небывалых показателей. Ну, это компьютер. В него просто компьютер, чип надо вставить, мозг. А теперь теневую энергию в его руках, при помощи которой он может менять структуру любого вещества. Но это алхимик. Структуру?
Я ничего не поняла, но звучит убедительно. А вот с блондином просто пообщалась, вот и отупела. Он сидел в сфере хер пойми сколько, он тупой. Он не знает ничего, он может 5 классов отучился, 2. И ты к нему пошла, я отупела, уже не понимаешь ничего. А вот и первый противник армии Маркуса. Она прям Маркус. Ты сейчас пойдешь отсюда нахер от моего отряда. Я сам сейчас пойду. Без Маркуса, без Раркуса, без всех. Так, это что? Это закрыто. Вот это, да? Давай пройдем еще одну. Надо передохнуть от этих Маркусов, от этих всех. И она жужжит мне про этого Маркуса постоянно. Так, давай. На. 10 очки типа надо заработать, да? Да, легко. Да стой! Я очко хочу. Очки хочу. Очко я твое не хочу. На. Почему его нога впервые, чем моя? Я тут разгоняюсь со всей силы, а он только протянет ногу и отобьет меня. На. Сучка, а? Какая. Тут только ногами бить, потому что у меня ноги двойные. Вот и все. Это из Маркуса, да, отряда? Так, вы собрали сет. В смысле сет? Какой сет? Я какой-то сет собрал? Вот этот? Я вроде его собрал еще давно. И это... 2 целых сета, представляешь, собрал? Ой, пойдем. Надеюсь, она про него жужжать не будет опять. Еще записала меня в армию Маркуса. Раунд 1. Ай. А ты что-то... Да больно, подожди. Я уже раздуха... Ай, иди в сраку отсюда, а. В смысле она такая жесткая-то? Да хорош! Дай мне хоть чуть-чуть побить. Я тоже хочу подраться. Со своей Нагинатой. Может, Нагинату взять? У меня, кстати, есть. Она посильнее. Типа, уже меч не актуален. Видишь, она очень далеко. Меч. Да и меч как-то так мало бьет, мне прям не нравится это. Куда? Нет. Нет. Готово. Главное не дать теневые приемы использовать, а там дальше они слабаки. Сейчас я свои теневые использую. Кстати, а ничего не напоминает меч Маркуса? Только сейчас напомнила мне. На тебя пришпорить. На. Вот так. На. Рана. Ай. Так, да больно ты. Погляди какая. На тебе. Я с Маркусом буду драться, мне хочется Маркусу преподать урок. Пусть Джун увидит, кто настоящий красавчик. Так вот, насчет меча Маркуса, мне кажется ли он похож на меч Титана? Может, это его меч, а? Вдруг это меч Титана? Тогда да, Маркус, наверное, силен. Так, каска. Ну, никто бы сомневался. Так. Где армия Маркуса? Мы совсем одни. Пропа... Что? Я дохожу до этого места и остаюсь один.
посреди деревьев. Память возвращается, и понимаю, что был здесь тысячу раз. Послушайте, друзья, если вы можете сбежать из этого кошмара, то уходите прямо сейчас. Скоро я вас даже не узнаю. Так давай его просто здесь подождем. Он опять сюда дойдет, и всегда опять память его вернется. Невероятно! Он способен находиться в эпицентре слома одновременно в двух мирах? Но это значит, что скоро нас вернет. Куда тебя вернет? Магазин Икеа? Завтра состоится решающая битва. Мы нападем на купол и покончим с вестниками и сферой раз и навсегда. Давай, скажи. Вот он. Надо найти выход из цикла. Было все эксперименты. А ты почему помнишь-то? На самом себе. Так погибли два его клона. Надо идти на эхо. Напеваешь песенку, а когда слышишь свое эхо, то ловишь двойника, чтобы воспользоваться его реальностью и вырваться. А ты откуда это знаешь? Джун, начинай рассказывать или петь. Или читай стишок, или и прислушивайся. Тот солдат уже опять идет к нам. Все повторяется. Так. Раунд один. А, опять это дурачок. Так почему дурачок-то сильнее, чем прошлый? Вопрос в этом тогда. Он должен быть одинаковый. Я какой? Подпрыгнул, когда надо. На, отошел от меня. Хотя, может... Да нет, он сильнее, чем прошлый. Вот ты козел, а. На. Да хорош! На тебя копье в жопу. Я достал до меня. Достал же до меня. Нет. Топорик упал. Тоже получил пиздюлей. Топорик упал. Как больно! На. А послушать песенку Джун мне? Так, я не достал, и он не достал. Ну ничего, один раз в лицо получил, и все. Сейчас второй раунд будет. Ну так Маркус же, он может, я так понял. Зачем мы опять деремся? Нам надо просто побежать в деревню, и все. Он придет в деревню и все вспомнит. Ты ж козёл какой, а? Отстань! На! На, говно! Вставай! Не успел. Надо выжидать. Вот, видишь, подлетел, получил пиздюлей. И все. На, копье. Во время... Да ты достал. Через раз свою... Топор свой кидает. Я уже знаю, когда он топор свой кинет. Опять сейчас он мне... Не, я первый. Ничего себе. Первый раз в жизни. Нога моя... моя нога. Его нога стала... медлительнее, чем мои удары. Так, победа. В каждом конце уровня... будет босс. Вот мне интересно, кто босс будет восьмого уровня. Я так понял, наверное, Маркус. А может, Бола опять. Так. Я не знаю, на ум приходит только считалочка, которую мне Галин в детстве рассказывал. Как же там... Говори уже хоть что-то. Три стрелы пустили опозаранку, трое лучников в одеждах наизнанку. Вот, тихо, слышите? Будто голос Джун повторяется сам с себя. Приготовьтесь, сейчас на миг появится вторая Джун. Ага, значит я сейчас дам триндюлей Джун.
Затерянный скаут. В смысле? Оля, а вот и я. Ты Джун? Ты не похож... Мы что-то не знаем о Джун. Это в прошлом, наверное, Джун. Все ясно, иди к Маркусу, все, я себя понял. Мне таких не надо. Что-то не похож он на моего двойника. Да как бы не знаю. Ты, наверное, что-то от нас скрываешь. Я первый скаут, приведший легион к заветным цели. Так, что такое? И вы покусились на мой идеальный мир. Так что пощады не ждите. В смысле? Он понимает что-то, да? Иди со своим магазином. Мы как бы без магазина справимся. Я думаю, победим. Бля, песня, музыка такая, ничего. Саундтрек. Мы что, со скаутом деремся, да? На! Так, что-то я вообще ничего не наношу. А не, что-то наносит. Бля, у него восстанавливается жизнь. В смысле? Я встал, я должен был защититься. На. Вы достали меня. Не, мечом я вообще ничего не наношу. Типа ногами более-менее, а вот мечом вообще чуть-чуть. Вот сучка. Давай подождем. Да ты достал! Бля, ты тварь. Да, да ты не ударить, ты ногой моей хочу ударить тебя. Кидай еще, давай. На. Я так и знал, что ты кинешь. Я тебя сейчас покида. В смысле, он через верх пошел, а через низ, а мы должны были разминуться. Я столько старался. Ясно. Подсрачника получил. А как он увернулся? Он от всего увернулся, сука. Я просто от всего увернулся, от всех ударов теневых. Охереть, у него удача. Он просто удачливый. Да почему? Я же под сверху ловил его. На, козел. На еще. На, тварь. Ясно. Ну, типа, понятно все, да. Все ясно. Не, ну можно было победить, можно. Но я не знаю, почему-то не побеждается. Можно же было победить. Повыебывайся мне. После чего меня забросило в коридор, выкинуло здесь. Мир, где ты всегда наготове под командованием самого Маркуса. А, это фанат Маркуса. Маркусовый фанат. Так, давай что-нибудь поставим. Может, с этим чем-то другим мы победим? Ну, нечего поставить, кроме как другого оружия. И все. Вот это бы поставить, но оно закрыто. То есть только вот это. Я, походу, уперся в тупик, когда я не могу пройти, да? И где брать все это, чтобы улучшать себе? У меня нету шмоток, отстань от меня. Иди он к своему Маркусу в палатку. Ко мне вообще не подходи больше. Без тебя уйду, сиди с ним вечность здесь. Так. Ага, еще хуже, да, получилось? Потому что не знаю я ударов. Нет. Не-не-не, с мечом лучше. Я не знаю вообще, какие удары у Нагинаты. Абсолютно.
То есть надо вдаль идти. Да отойди ты от него, блядь! Ты что, придурок совсем? Конченый. Бля, значит... Ясно. Не, на Гената еще хуже. Меч хоть как-то был, я уже к нему привык, а на Гената я вообще ничего не понимаю. На, тварь. На, мразь. На. И сразу получил, да? Офигенно. Сразу за меня, блядь, за... Да ты чё ногой так больно бьёшь? Зато ему не больно. Ты серьезно говорю, ему вообще не больно. На, в лицо. Вот так должно было быть в прошлой серии. Точнее, в прошлом бою. Чё ногой ударил? Ты должен был на Геннадо ударить поверху. Ну, знаешь, 1-1, может, что-то еще и получится. Он еще теневую энергию использовал. Прям красавчик. Главное теперь сосредоточиться. Ну давай. Вот ты сучка. Да подожди ты со своими ударами. У него, вот у меня бесят эти вот маленькие топорики, которые делают его неуязвимым. То есть неважно, ударил ты, не ударил, ты все равно получишь. Отстань. Вот это вот. На. Говно, ты чё думаешь, а? Вот это да. Вот это крит. Да почему ты, блядь, не защищаешься? Это ещё что такое? На, тварь. На. И тоже... Конечно же, у него тоже энергия эта вонючая. Он же вначале ее использовал, у него должно быть меньше, он должен был мне поддаться. Чмо он тупорылое? Давай последний раз. Последний раз, сейчас будем аккуратно. Иди отсюда, сука. Иди, не порти мне настроение. Так, кажется, что-то не то. Да, конечно же, его нога будет быстрее, а? На, тварь. Так, длинные удары вообще не то. Вот эти вот кувырки. Хотя, знаешь, если издалека, то в принципе можно. Да ты тварь какая, а? Нет. Нет. Ну, конечно. На. На, говно. Есть раунд. Не знаю, как я выиграю второй, третий, но постараемся. По крайней мере, на третьем у меня, я думаю, будет уже теневая энергия. То сейчас, в принципе, на раунд я впереди. Охеренно ты сделал. Замечательно просто. А он и в блок бьет, как без блока. На. Ага, ты думаешь, я тебя ударить дам? На, мразь. На еще.
Сейчас он использует свою теневую энергию. Смотри. Крит. Ага, говна тебе. Ждем. Просто ждем. На, в голову. Есть, победа. Победа 2 раунда подряд. Лох. Ты видел, какие у меня снаряжения, какие у тебя. Ты просто лох. Фанат Степашка. Так, это так, это так. То есть ты из нашего времени? Ну тогда, весельчак, твоя история закончится, если не скажешь, как нам попасть обратно. Сдаюсь, сдаюсь. Маркус сам держит всю эту аномалию на одной силе воли. Победивший его осознанную копию, и он придет в себя. То есть победить надо его. Никто же не додумается, что источник аномалии помещен в того, кого из этой аномалии хочет выбраться больше всего. Серьезно. Попробуем? Да. Болл знал, что никто из пуристов никогда бы не пошел против своего любимого лидера. Значит, это должен сделать мы. Должны сделать мы. Вот он. Вестник, если не хочешь сражаться на моей стороне, потому что я пощадил тебя. Ты меня? То лучше беги. Он меня победил. Пощадил, точнее. Ты погляди на него. Лиана его защищает. Она его защищает, говорит, иди покупай снаряжение. Приходи через пару месяцев, а я его освобожу. Все, я тебе говорю, Джун, все. Все, она мне не друг, она мне не брат, она мне не любовник, она не квадрат. Бля, он глючит. Что это? Ты погляди на него. Я сейчас женюсь на нем. И Джун будет в пролете. Ты погляди, что он творит. Ауч! На тебя пришпорю, говно! А знаешь, я могу победить! В смысле мы друг другу подменялись? Нет! Но я же почти победил! Я же победил практически. Бля, у него реально, у него меч как у этого. Ты сам знаешь, у того, кого нельзя назвать. У Титана. Это, наверное, Титан. Не, он, кстати, медлительный. Можно его победить. Ну куда ты обниматься? Мы еще не женаты, алло. Вон Джун будешь свою обнимать. На. А Джун, наверное, думает, он его обнял. Все, он враг номер один. Вот это да. А я-то лежал. Тебе вообще насрать, что я лежал, как бы, да? Ёбаный рот, летает, как хрен пойми что. Как муха над навозом. Как комар ночью. Его хрен, он жужжит, но его хрен поймаешь. Он летает туда-сюда, туда-сюда. Вот это вот, смотри на него. А как? В смысле? Он и назад вернулся. Типа это норма? Ля ногой бьет, как с кувалды. Не, все, тут как бы надо хоть чуть-чуть снаряжения. Если бы хоть чуть-чуть лучше было бы, то можно было.
можно было его победить. Но сейчас, типа, ну вообще мало наношу. Надо снаряжение лучше. Где его только взять? Повыебывайся мне, да-да. Моя настоящая цель — это сфера. С нее началось мое заточение, а на зло. А со злом нельзя заигрывать. И Джун... Да. На этом мы закончим. Подписывайтесь на канал, на паблик, на телеграм, ставьте лайки, пишите комментарии и всем до встречи в новых видео.